спортивном зале школы «Лига первых» прошло городское первенство по фехтованию. Поединки на рапирах состоялись между спортсменами до 15 лет. Лучшей стала Полина Прокофьева. Девушка завоевала первое место. Фехтование – интересный вид спорта, в котором ты напрямую разговариваешь оружием со своим противником, ведешь диалог. Ну и развивает координацию, скорость и другие разные полезные качества. Соревнования проходят ежегодно. По словам главного тренера, это дает спортсменам дополнительный стимул к тренировкам. И каждый раз они показывают все более высокий результат. Занимаются некоторые 3 года, некоторые уже 4-5. Как у нас школа одна, но у нас все мои дети участвуют. Соревнования традиционно организовывает спортшкола Олимпийского резерва. В этом году их приурочили ко Дню народного единства. Нина Липанова, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.